Поймал? Убежал. Убежал? Вальшем, да, Коля? Вальшем? Убежал. Вальшем, да? Ой, вальшный пёнок побежал. Оставил его на. Так, друзья, всем привет. Мы с вами находимся на юге Утигорского района, на речке Тумба-Юмба. Первый у нас пойдет мэпс. Коля уже удочку закинул. Время где-то ближе к обеду. 10:30. Так, что у нас сегодня? И попробуем с вами крэнк еще на головля. Маленький. Хотелось попробовать крэнка на головлика. Попробовать туда под куст кинуть. Главное не зацепить, а то придется лезть. Ну что, пойдем выше. У нас план какой? Мы приехали на машине, оставили ее в поле, спустились по речке, по тропинке, а сейчас будем подниматься обратно. И еще один товарищ у нас. Пораньше его оставили, здесь недалеко. Удочку. К нему придем и попьем чайку, наверное. Что, пойдем? Коля, Коля, промахнулся. Коля, Коль, промахнулся. Головлик промахнулся, но. Попробуем крэнк поставить. Василий, иди, вот там мелочь плещется. Так, я уже думаю обратно
мэпса поставить. На мэпса точно клюнет. Удилище, да? А? Удилище чье-то? Нет, просто палку воткнул в берег. Натащила, видишь, чистый берег, песочек был в прошлом году. Ну, что удивительно, осину эту развернула, смотри, мы сидели на ней на берегу. Вон тут. Обнадежили Васи рыбалкой. Вертушечку что ли положить. Так и это вроде гуляет, ничего. Идет, крутится. Вихляет. Есть рыба-то. Что-то плохо, да? Да. Васе не понравится такая рыбалка. Обнадежили. Может, перемена погоды, так из-за этого может. Смотри, песку сколько наточила. Вот сила течения какое, да? Мелко. Тут, ну вот это елки где-то я. Смотри, какая-то оплыла все. Хорошее местечко. Вот тут где-то елка на берегу и это. Завяз. Ёлки-палки. Ёлки-палки.
береза лежит, хорошо упала. Тут я окуня-то поймал. Березка с головы, она свежая. Не знаю. Похоже, как мячик. Мячик, да. О, местечко красиво. Маска тупая. Что такое? Где же вся рыбка? Красота, но не клюет. Ближе к обеду, так может и перестала клевать, да? Ну хотя раньше так ходили, в обед клевала, всяко клевала. Клевала всегда, в любое время. Коля там ежика нашел. Большой. Да, это обычно нельзя, да? Интересно. Тянулся. А? Тянулся клубочком, убегал еще. Ой, колючие. Интересно. Ухтелка. Убегает. Самка, да? Не знаю. Самец? Убегает, смотри. Похоже на самку. Откройся. Читай, открой личик. Ну что, пойдем назад? А что назад-то? Костер-то рядом? Тут вроде уже мелко. Что там? Да, я тоже что-то раздосадован. Ни хвоста не видели, да? Васька-то, скажи, зря приехал, лучше бы на озере. А, думаешь, домой? Ну поехали домой. Не, не домой, чай. Чай можно попить. Тут-то кидал? Высок-то? Да, вот тут кидал. А, это у нас уже палпажня, да, получается? Да, не знаю, так есть. Ну да. О, убегай давай, убегай. А что-то одна, что ли, детишек нету. Так, где у меня спиннинг-то? А? Спиннинг-то где у меня? А, вот. Ну что, пошли? На. Пойдем, не клюет чего-то. Чайку попьем. Может, после чайку что-то изменится. Рыба стоит, но... А? Рыба стоит, говорю, что-то. Не хочет клевать. Что-то никто не позарился на мыпса.
Да. Приедешь домой, так морозит и даст, блядь, голову, блядь, нахуй. Ну. Заболели, сева, она. Рвотный рефлекс. От воды? Нет, вирус такой, рвет. Просто воду, водой отпиваться никакие таблетки не помогают. Он говорит, вон там лежит. Так уже в белом ручье начиналось. Машка болела, да, в белом ручье болела недели две назад. Сейчас сева заболел, сейчас Машка снова заболела. На работе у меня мужик заболел. Просто рвет. Это два дня такая фигня, и таблетки не помогают. Не, лучше бы на озеро, конечно. Лязенху. Ну я не думал, что так это. Обычно ну, это... Это, блядь, первый и последний раз, нахуй. Стой, не уходи. Нет, если вот попал бы... Ходите, вы ходите, нахуй. Попал бы на жор, так это... Нравилось бы. На конном, блядь, нахуй. Дурка-то тогда. В 11 поехал, блядь. 4, говорит, домой приехал. А я поехал всем за сметаной, он говорит, а всем ко мне пришел, говорит, давай до тетки съездим. Я говорю, а что нахуй? Надо. Ну хуй с ним. Я подъехал, он ведро выносит нахуй. Вот так я, блядь, плотичный нахуй. Одна к одной, блядь. Я говорю, где нахуй на вывеску? На конном, говорит. Я его свез, я говорю, ты поедешь, а куда, говорит, мне нахуй, мне до хуя едет. Я съехал, блядь, нахуй, опять. Вот к приходу ту вот этой березы, где он мне сказал, на нахуй, ёпта. Ну тут-то да. Тут одна такая комары, блядь, спасибо, скажут, что мы купили кров. На Ивановском надо. И рябинник, и шиповник, и сейчас леща там. Лещ называется, раньше в Пармине называли щепищник. Вот щепищник этот. Вот, цветет нахуй. Состом на Ауде щепищник называют. Да. Ольга, говорит, зацепила блесну, Мишка не его залез, достал, говорит, вот, а вторая на кусту, так утащила, я говорю, вон, смотри, ламья, ламья, лесной тащ, а там-то я залез, а баку мы в прошлом году тоже, блесенька зацепили, и кусты в воде лежат, так, может, она в воде где-то. Калитку белоручаешь, вот, Дима. Ну что, друзья, сегодня хозяин не порадовал, ни одной поклевки не видели, странно вообще. Странное дело. Поэтому пошли домой. Идти тут недалеко, метров 200-300 до машины. Странно, странно. Так вот. Обычно хотя бы что-то клевало. Поэтому азарта особого ловить нет. Решили пойти домой. Ну все, друзья, всем пока.